Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередное видео, очередная подборочка монет. Монеты у нас стран Азии, то есть здесь монеты Китая, Кореи и Японии, вот так вот. Так, и начнем наш быстренький обзорчик. У нас первая монетка из Китая, это один фэнь. Такое вот короткое название, фэнь. 2007 года, монетка алюминиевая, гурты у нас ребристый, а монетка обиходная, вот такая вот прекрасная монетка, может стать коллекцией, пополнением вашей коллекции, заказавшей ее в моей группе в Фейсбуке. Следующая наша монетка, это у нас два феня, такое вот интересное наше название, монетка в идеальном состоянии, алюминиевая, ребристый гурт, такие вот у нас изображения. Такая вот прекрасненькая монеточка. Может стать прекрасным пополнением вашей коллекции. Также дополняет эту же коллекцию, как говорится, 5 феня, фенев 1986 года. Вот такая вот монеточка, гурт ребристый, а материал алюминь. Вот в таком вот прекрасном состоянии. Фотография будет в Фейсбуке, в группе. Ссылочка, как всегда, в описании. Итак, следующая наша стопочка. Вот такая вот у нас стопочка монеток. Это у нас C1 Джао. Вот. Такая вот кучка монеток разных годов. Я вам для примера представлю такую вот одну монеточку. Вот. Такая вот. У нас материал. Материал нержавейка. Вот. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас изображено растение. Такая вот прекрасненькая монеточка в прекрасном состоянии. Они у меня все здесь разные года и разные состояния. Детальные фото в группе в Фейсбуке. Следующая наша алюминиевая также, один джао. Такая вот прекрасненькая монеточка. 2002 года, алюминиевая. Гурт гладкий. То же самое изображение, что и на той монетке. Так, и с этой серии китайских монеток у нас последняя монетка. Это 5 Джао 2015 года. Такая вот в блестящем состоянии монетка. Гурт у нас, как бы сказать, ребристый с гладкими деляночками. Вот. Таким вот красивым изображением лотоса, по-моему. Такая вот прекрасненькая монеточка может стать прекрасным пополнением вашей коллекции. Следующий наш рядок монеток, это у нас монетки Японии. Здесь у нас алюминиевые 1 иена. Вот разных годов. Года у нас пишутся вот это вот. Кто понимает иероглифы, я и них не понимаю. Такая гурт гладкий, вот таким вот изображением. Такая вот монеточка, их здесь у меня в наличии 5 штучек. Вот следующая наша монетка, это у нас 5 иен. Также год сказать точно не могу, надо разбираться в иероглифах. Вот такой вот рис, я так понимаю, тут изображен. Такая вот монеточка, как говорится, с отверстием внутри. Иероглифы. Вот такая вот прекрасненькая монеточка может стать красивым пополнением вашей коллекции. Следующая наша монетка, монетка Японии. Это у нас 10 йен. Год точно сказать тоже не могу. Надо изучать иероглифы. Монетки в прекрасном состоянии. Может быть стать красивым пополнением, хорошим пополнением вашей коллекции. Ссылочка на группу в Фейсбуке, где будет продаваться, в ссылочке под видео. Следующая наша монетка, это у нас уже монетка. Монетка Вьетнама. Сейчас мы быстренько посмотрим. Это у нас 200 донгю. Такая вот монеточка. У нас сталь с никелевым покрытием. Монетка в прекрасном состоянии. Гурт гладкий. Таким вот изображением сзади.
2003 год. Такая вот монеточка, у нас одна вьетнамская. Так, следующие у нас монетки, это у нас монетка Південна Корея. Південна Корея, 10 вон. Вот, год так же само, вот сверху написано, 1988 года. У меня их здесь три штучки, все разные года, 88, 90, 99. В принципе, всех гурт у нас гладкий. Вот. Таким изображением ихнего или монастыря, или, ну, не буду говорить историю, не знаю. Такая вот прекрасненькая монеточка, может стать хорошим дополнением вашей коллекции. Следующая наша монетка, это 10 вон, но уже поменьше. Материал алюминий медным покрытием, то есть такая вот монеточка 2012 года, 10 вон, гурт гладкий. Вон даже видно, что алюминий. Такие вот изображения. Такая прекрасненькая монетка. Уже стать отличным пополнением вашей коллекции. Следующая наша монетка. Південна Корея. 50 вон. 2002 год. Такая вот гурт ребристый уже. Таким изображением риса. Иероглифы. Прекрасная монетка, красивая, может стать хорошим пополнением вашей коллекции. И на последняя на сегодня монетка, это у нас 100 вон, 100 вон 2001 и 1994 года. Такие вот монетки, материал у нас медный никелевый сплав, гурт у нас ребристый, с изображением какого-то монаха, я так думаю, или ихний правитель. Такая вот прекрасненькая монетка, красивая, симпатичная, может стать хорошим пополнением вашей коллекции. И вот, вот точно уже последняя, здесь написано The Bank of Korea, то есть у нас Південна Корея, 10 вон, 1978 года, гладкий гурт. Такая вот просто прекрасная, шикарная монеточка. Вот. Материал бронза, бронзовая монетка. Вот такая вот прекрасненькая монеточка. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться. Все монеточки, как всегда, в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Переходим. Там всего лишь только поставить плюс, и монетка ваша. Всем спасибо за внимание. Цены также будут в группе. Еще раз напоминаю. Не забываем подписаться, поставить лайки. Всех до новых встреч. Всем пока.